Владимир. Аюшки. Что такое единство народа? Единство народа – это слияние многочисленных малых народностей и этносов в одну большую общность, не просто организм, в одну большую душу, в одну большую реку, где все друг друга слушают и слышат. Вот это единство народа. Где все друг для друга являются братьями. Вот русский народ. Мы же для всего мира, мы русские. Хотя мы настолько все разные. Мы россияне, мы себя внутри так называем. Это и чеченцы, и буряты, и чуваши, и мордва, и так далее, и так далее. Очень важно, чтобы мы друг друга слушали и слышали, и уважали. Уважали друг друга, культуры, особенности, кухню. Это единственный народ.